Показываю вам мою красотку, что она мне преподнесла, какой сюрприз. В общем, она скинула все бутоны. Началось у нас это все на том окне, где она стояла. Нам рубанули отопление так, что мои орхидейки чуть не зажарились. Я думала, сначала грешила на кошку, что она мне скинула покрывало с батареи. В общем, засушила она первых два бутона. Очень-очень резко это произошло, буквально за ночь. Вот, я ее перенесла в кухню, тут более прохладно. Тут у нас влажность повышенная, чайник рядом работает. Вот. Ей, в принципе, понравилось. Я смотрю по листьям, по тургору, по всему. Вот. Всего бы ничего, пока я ее не опрыскала. И не попротирала листики. Знаете, когда орхидеи стоят подальше, на окне, за шторкой, за тюлью, ну, как-то не паришься, не обращаешь внимания. Там раз в неделю их купаешь и все. А тут она стоит у меня на виду. Конечно же, мне надо было протереть листики. Конечно же, мне надо было лишний раз опрыскать. Ну вот, опрыскала, протерла листики. В конечном итоге она засушила. Бутон еще один. Ну что, самое интересное, и эти два бутона были на уровне. Я не пойму логику. Один она засушила, один оставила. То есть резко-резко после моих протираний, опрыскиваний, вот, она... Я уже видела, что у бутончика поменялся цвет. Один был нормальный, второй уже, я вижу, что она его сушит. Почему сразу не два бутона она засушила? Вот я не пойму, как растение, что оно себе там думает, я не знаю. Ну, короче, я на нее злая, печалька у меня. А так все хорошо начиналось. Кстати, мне мала нарисовала орхидейку. Вот тут вот так она на полочке размещена. Красивая-красивая. Я говорю, фон сделай мне. Мне не нравится белый фон, хочу другой фон. А она уже ленится мне переделывать, делать фон. Нормально. Орхидея красивая. Это мне мала сама рисует красками. Маму кому-то на заказ. Как бы орхидея изначально закладывает, да, бутоны цветочные, вот. Но потом в конечном итоге может быть одной из причин для того, что она их не вытягивает, то есть не хватает ей питательных веществ, допустим, да, вот. Не хватило ей тех подкормок, тех удобрений, которыми пользуемся мы, вот, в домашних условиях. Так что в производстве массовом, я думаю, что там просто термоядерные эти все стимуляторы цветения, бутонизации и так далее. Потому что, конечно же, я заметила, вот я говорю, сколько орхидей я получала.
До такой степени они умеют их зацветать и продолжать им цветение. Сколько бывало такое, что стоят они в магазине при вообще никакущих условиях с бутонами и так далее. А тут дома раз перенесла с одной в комнату другую, или листики потерла не так, как ей понравилось, и все. Вот так вот. Есть, значит, какой-то у них иммунитет. Удобрение иммунитет. Да. Я знаю, есть удобрение касательно бутонов, которые используют в саду. То есть препарат бутон и так далее. Ну, нужно пробовать. До какой степени она прикольная. Очень красивая. Красивая, я представляю, если бы это был каскад цветов. И у меня еще возникла одна идея. Раз она такая вредная, раз ей чего-то там не хватает, вот, есть одна идейка. В следующих видео, думаю, я ее осуществлю. Ну все, спасибо за внимание. С вами была Ирина. Пока-пока.